Так, друзья, сегодня у нас в гостях Ford Mondeo 2.0 TDCi. Кстати, в очень прекрасном состоянии машинка. На польской регистрации. За исключением вот этих вот штучек. Тут датчик воздуха. Выскочил эта пластиковая штучка. Здесь дырочка. Ну вот здесь надо защелкнуть. Вот. В очень отличном состоянии машинка. Великолепная, мы даже сказали бы. Вот такое здесь, смотрите, салончик вот такой вот. Вот такой. И вот такой дисплейчик здесь есть. Вот такой вот. Все в идеальном состоянии. Пробег 290. Думаем, что это реальный, да, Анатолий Петрович? Возможно. Вот сюда. Все возможно. Вот в таком состоянии. Чистенький. Тут немножко бардачок, конечно, есть. Ну, запаску доставали вон. Но по поводу седанчиков, мы таких седанчиков давно не видели, да? В отличном состоянии. 2005 года. 115 лошадиных сил. Это 85 киловатт. 2.0 TDCi. Вот. С двигателем Puma N6BA. Великолепный. Что по этой машинке мы сделали? Ну, во-первых, машина приехала с неродным фильтром. Мы поставили Proflux оригинальчик. Вот. Поменяли топливоприводы все на подачу, на фильтр, обратку. Вот. И поставили пока грушу на заводку. Мы разозвучивали систему. Сейчас поставим такой же шланг, который идет у нас вот такой вот он. Вот такой вот он, оригинальный тоже, родной его. Который от фильтра до на подачу сюда. Вот. А замена произведена, значит, во-первых, стружки не обнаружено в топливной аппаратуре. Форсунки подверглись хорошему ремонту, качественному. Замена мультипликаторов, настройка на стенде. Вот. В принципе, 4 форсы под ремонт сделано. Замена шайб. Вот. И в принципе все, да, у нас? В принципе все. Машинка взялась, в принципе, с полтычка. Вот. Человек доволен. Вот. И будет, планирует растамаживать ее. Вот, в принципе, и все. Все. Всем удачи, благословений. Доброй ночи. Давай заведем. А, заведи, Петрович, пожалуйста. Работает ровненько, не троит, все четко. Так выиграет еще вся эта каша. Вот такие вот дела, ребят. Все, всем удачи, благословений, всего хорошего.